И всем привет, подписчики, с вами я, Блюкэт, и сегодня я снова буду играть в Toilet Fight Открытый мир. Покупаем апгрейд. Я сейчас очень боюсь. Прямо сейчас идет война в центральной части города, и по моей информации, недалеко от этой базы появилась новая разработка Скибиди-ученого. Это Скибидист Нечто. Он обладает несколькими головами, поэтому бой обещает быть непростым. Будь готов к любому повороту событий. И выговорите. Сейчас выскочит, я помню, это как он там, мусорщик. И будет раскидывать мусор. Скибидисты нас увидели. Стреляй по нему. Скибидист, впереди, стреляй. О нет, скибидисты нас заметили. Скибидист, впереди, стреляй. Он ударил по машине. Все, победили. Ой, какой. Я понимаю, как подальше делать. Он делает все страшно такую фигуру. Мне сразу же побить меня. А то, что он слабый. Прям, это прям просто. Я не знаю, как остальное послушать. А, ну вот уже нормально. Я не стремился. Нет, ну не стремился, изи. Прям точно сейчас. Ну что сейчас я делаю? Не помню. Да, тебе удалось его победить. Молодец. Забираем деталь и едем на базу. Да, не сложно. Этот скибидист выглядел очень устрашающе. Как хорошо, что ты справился. Как устрашающе? Это вообще изи полное. Полное. Изи. Изюк. Хотя халявная 2000 чипов халявная. Причем у меня еще целых 170 хп машины. Вообще, ну изи победил то. Видите, но мне друзья говорили, но есть друг, он тут половину открытого мира уже прошел до робота. И он сказал то, что есть не самый уж и легкий. Но... Для следующей миссии тебе нужно установить модификацию. Он сказал про ванку, что она легкая, но это и правда. Идемте в бой. Все, выключаем звук и атакуем его. Их. Все, пойду наваливать, подписчики. Ну, сейчас 2000, а мне надо 5. Напомните, сколько сейчас с этим всем? Оу. 200. Ну и теперь буду считать. Изи. Все. Сейчас будет 300. 300. Всё, сейчас будет 400. Ой. 400. Вообще изи. И чё ты? Уже 500. Что-то будет. 500.
На каждом друга, значит, нечто ошибся. Это изи вообще было. Нечто это изи. О, уже 600. Иду на 700. Всем, ой, 700. Просто с первого заезда делаю. 2700. Думаю, это больно. Оу, 900. Оу, это уже плохо. Давайте, что? Это легкий босс. Ну блин. Изи. Хотя это вообще изи. Уже 400. Меню. Да. Может же 500. Мне надо еще 2000. Да, тут я 500-то буду. Меня. Всё, 600. Семьсот. Или 900. Все, 400. А, что такое 900? Почему? Если я ошибся где-то. Я 700 пропустил. Ну ладно, для меня это не проблема. За моего-то титана. Все 4-0. Надо еще 1000. Вот 1000 я попытаюсь сделать вот так вот. С помощью рекламы. Изи. Покупаем улучшение. А, сейчас 5500 будет улучшение. Ну ладно. У
Если по юге между центральной части города шла война. По результатам боев нам пришлось бежать, так как появился Скибиди гигант с мечами. Наша задача сейчас уничтожить его и забрать одну из ключевых деталей для сборки робота. Но будь осторожен, его удары крайне сильны и могут с легкостью разрубить на две части наш автомобиль. Сейчас я помню, кто-то будет. Ну, вот тот, кто будет. О нет, скибетисты нас заметили. Быстрее стреляй по этому скибетисту. И стреляй, стреляй. Скибетисты нас увидели. Осторожно, впереди скибетист. Он где-то близко. Я помню часть карты. Что я смотрел прохождение. Он где-то близко, реально. Все, мы уже к нему заворачиваем, кажется. Я очень боюсь. Если вы будете считать меня трусом, сами вы такие, потому что... Тут реально можно бояться, потому что, ну, во-первых, никто не запрещал, так что это реально, ну, не самый легкий босс. Стреляй по унитазу! Стреляй по нему! Быстрее стреляй по этому скибетисту! Стреляй по унитазу! Да что вы, не издеваетесь? Скибетисты нас заметили! Ну нет, скибетисты нас заметили! Быстрее стреляй по этому скибетисту! Что это сейчас? Заворачиваемся к великому. Ну. Он сейчас сломает нашу машину. Быстрее, стреляй. Скибиди, спереди, стреляй. Да я не там впереди. А, мы не к нему заворачиваем. Подписчики, сейчас уже реально к нему. Ну что без шуток. Что он очень страшный. Поехали к нему. Это реально один из самых сложных Все, скоро я его уделаю. Перебить я уделаю. Это самый сложный босс. Даже у одного из самых сильных хоть и череп, у него меньше тут. А правильно, только 700. И этого 2500. 1003. Ну, хоть у него 4000. Ну, мне пофиг. Я уничтожал все равно на рынке. Все равно я даже боюсь представить, что делать и что будет, если он в меня попадет. Понятно, то, что делать будет уже нечего. Кроме того, что заново уровень проходить. Он вообще легкий. Я вам говорю про. Там уже сейчас будет таиста прыгать. За что? Я сейчас его сломаю. Этот скибетист выглядит
устрашающее. Хорошо, что ты справился. Изи. Как устрашающее? Это вообще изи. Шашлычник это изи. Это вообще. Что? Это... Ванна изи. Это вообще самый легкий. Ну, нечто тоже просто. Прям расплюнут. Тьфу. Шашлычник это тоже ничего сложного. Ну, вот череп, он тут легко победить, но легко ну, понять, как это делать. Но все равно довольно-таки мощный. И сложный. Нормально. Стреляй по нему! Пишите, ты рядом. Стреляй по этому скептичисту. Гипер, ты... Нет, скептичисты нас заметили. Быстрее стреляй по этому скептичисту. Могу стрелять. Стреляй по унитазу. Стреляйте, я могу. Нет, скептичисты нас заметили. Победите, могу. Скептичисты нас увидели. Осторожно, впереди скептичист. Осторожно, впереди скептичист. Скептичист, впереди, стреляй. Вижу тело скибидиста. Я тоже даже вижу его, даже он уничтожил. Ну, это вообще изи. Ничего, вертим туда-сюда, подписчики. Можно нет, наверх стрелять. Больше скибидистов не будет, верно? И куда... Что я проехал? Едем вниз. Следующая, надеюсь, уже будет стоить тоже только 5000. Я помню, я буду ехать вон на том вон мосту. Я пытаюсь сегодня уничтожить Джемена, несмотря на эту дикую цену. Ну, конечно, 6000 копить или 5500, это все равно. Вно, если 5000, то это 100%. Тут же другое, что он делает. Мне нужно установить модификацию. Только она... Ядрён ваш батон. Ладно, подписчики, что же будем делать-то? Придется проходить. Начинаем, ребят. Я пытаюсь их рассобачить. Какие же они легкие. Ой. У меня это 200. Значит, тут буду считать. Двести. Триста. Четыреста. Сколько? Да, 400. Пятьсот. Никаких уханей. Я чемпион. Уже ровно 3000.
L4. Ладно, по для прохождения уровня узнаем. Кажется, 3. L4, L3. Кажется, только 3. Да, только 3. Ну, что сказать. Но придется проходить. Играет, а дальше реклама. Я забыл, блин. Было 200. Значит, буду считать дальше. Вот. Вот бы вас в эти трубы засосало, кибедисты. Кстати, все хейтеры это кибеди туалеты. Нравятся они? Поэтому самой ты кибеди туалеты все хейтеры его канала. Это было 600. Не ошибаюсь. Было. Был. Девятьсот. Я буду уже 400. Изи. Прохожу этот уровень тоже на изи. И теперь изменю. Вот тут 600. И надо посмотреть всего лишь 5 рекламок. У меня 5600. Ось, боюсь. Покупать. Это будет последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его Сегодня достаточно спокойный день. Аккуратно нейтрализуй пару-тройку обычных туалетов и заберем детали. Мы попались. Потому что мы сегодня самый видный веселый день. Мы очень боимся. Осторожно, впереди скибетисты. Стреляй по нему. Спокойный. Быстрее стреляй по этому скибетисту. Стреляй по нему. Он сейчас сломает нашу машину. Быстрее стреляй. Сломать. Быстрее стреляй по этому скибетисту. Не сломать. Постараюсь назад тебя вывести.
Леон, я помню, будет вылезать. Ладно, давайте ему. Шмэн слева, стреляй по нему. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он в саде, не дай ему бана попасть. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Нет у него очков. Держись, я знаю короткий путь до базы. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Как это? Сейчас мы отправимся в последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Сегодня достаточно спокойный день, и наша разведка мне донесла, что скелетистов там практически нет. Аккуратно нейтрализуй пару-тройку обычных туалетов и заберем деталь. Стреляй по нему! Скелетист впереди, стреляй! Он сейчас запомнит, что мы откуда-то вылез. Шмэн слева, стреляй по нему! Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он сзади, не дай ему бана попасть. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Сейчас мы отправимся в последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Быстрее стреляй по этому скептисту! Сейчас сломает нашу машину. Быстрее стреляй! Стреляй по унитазу! Быстрее стреляй по этому скептисту! Стреляй по унитазу! О нет, это лучший ЧМ. Быстрее, стреляй по нему. Я постараюсь нас отсюда вывести. Все у него. Молодец, Диппер. Вантус. Чмэн слева, стреляй по нему. Помню, он сейчас тут будет. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он в саде. Не дай ему бана попасть. Он не улетел. Он теперь справа. Быстрее. Стреляй по его очкам. Держись. Я знаю короткий путь до базы. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Да как? Это невозможно. Шмэн слева, стреляй по нему. Оп, ты снова пройти подписчик, а что ж тебе? Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Да, нет, он сзади, не дай ему бана попасть. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Держись, я знаю короткий путь до базы. Четко. Ну, не могу стрелять четко. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Неужели, подписчики? Я дошел, ура! Поздравляю, ты собрал робота, и теперь можешь исследовать город самостоятельно. Удачи! Ладно, пока, подписчики. Надеюсь, вам понравилось видео. На роботе будем играть в следующий раз. Пока.